Вашему вниманию предлагается двухкомнатная квартира в молодом развивающемся районе города Киева по улице Софьи Русовой. Отличная локация и инфраструктура. Рядом несколько крупных торгово-развлекательных центров, таких как River Mall, Аркадия, Пирамида. Также множество супермаркетов, таких как Новус, Эпицентр, Метро. Огромное количество ресторанов, кафе, фитнес-клубов, клиники. Возле дома есть несколько озер и зеленая зона. Квартира комфортная и имеет очень эргономичную планировку. Две раздельных комнаты, одна из них используется как спальня, вторая как гостевая комната. И большая кухня с выходом на огромную лоджию. Раздельный санузел. Квартира меблирована и укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Сделан качественный и дорогостоящий ремонт, встроенная бытовая техника от мировых производителей. Новый качественный термодом 2016 года постройки. Общая площадь данной квартиры составляет 70 метров квадратных, жилая площадь 40 метров, кухня 15 метров. Квартира расположена на видовом 21 этаже 25-этажного дома. Стоимость данной квартиры 15 тысяч гривен в месяц. Предлагается в долгосрочную аренду трехкомнатная квартира в Голосеевском районе города Киева. Очень развитая инфраструктура района. Рядом находится много супермаркетов, магазинов, кофейни, рестораны, банки и два огромных фитнес-клуба. В квартире сделан дизайнерский ремонт, установлена новая мебель и бытовая техника. Огромный бонус этой квартиры – это то, что она сдается впервые. То есть в квартире вся мебель и бытовая техника является совершенно новой. Комфортная функциональная планировка, прихожая большая, кухня-студия с гостиной и две раздельных комнаты. Также имеется гардеробная, два балкона и большой раздельный санузел. Одна комната меблирована полностью, вторую комнату владелец квартиры готов меблировать по заказу арендатора, в зависимости от того, какая мебель ему будет необходима. Общая площадь квартиры 78 метров квадратных, жилая площадь 45 метров. Стоимость данного объекта 20 тысяч гривен в месяц, плюс коммунальные услуги. Предлагается в долгосрочную аренду шестикомнатная квартира в самом сердце столицы, расположенная на улице Михайловская, 16. Квартира находится в самом престижном районе города Киева, в 100 метрах от Майдана Независимости. Дом стоит на тихой улице Михайловской, окна выходят во двор. Несмотря на то, что вы будете проживать в самом центре города, у вас в квартире всегда будет тишина. Квартира идеально подойдет для людей, которые мечтают жить и работать в центре города. Состоит из двух уровней. На первом уровне расположено две комнаты и на втором уровне четыре комнаты. Также имеется два огромных санузла. В квартире сделан дорогостоящий качественный ремонт с использованием натуральных материалов. Установлено индивидуальное экономичное отопление. Бонусом квартиры есть парковка во дворе, что является большой редкостью для центра города, особенно для Майдана Независимости. В соседних квартирах находятся офисы международных компаний. В квартире сделан ремонт в стиле лофт. Общая площадь квартиры 160 метров квадратных. Жилая площадь 125 метров. Кухня 30 метров. Расположена квартира на третьем этаже трехэтажного дома. Стоимость данного объекта 54 тысячи гривен. Вашему вниманию предлагается помещение в нежилом фонде возле метро Осокорки. Отличная инфраструктура, очень развитый район, 500 метров до самого метро Осокорки. Рядом находится торговый центр «Аркадия», много магазинов, много аптек. До центра 15 минут езды на метро. Помещение имеет отдельный фасадный вход, находится в цокольном этаже, имеет большие окна, три кабинета, огромный open space и свой санузел. Может использоваться под любой вид деятельности. Офис, отделение банка, обучающие курсы, салон красоты, офис закрытого типа. Сдается впервые после капитального добротного ремонта. Общая площадь помещения 76 квадратных метров. Стоит данный объект 21 тысячу гривен плюс коммунальные услуги.